Алло. О, Слышишь? привет. Короче, чё, блядь, ждали замену, ебать, в итоге хуй. Сидим дальше. Я говорю, на своих старых позициях. Ну, типа того. Короче, у вас не весело, и ты поэтому не веселый, да? Да, блядь, не веселый, потому что у нас сейчас жара начала ебать со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Без воды сидим. Последнее время жарко. Без потерь хоть нормально. Ну, блядь, нет, есть потери. Каждый день обстрелы, ебать, не прекращаются. Тут уже, ебать, жарко. Тут пацаны тоже все в ахуе сидят. Морально подавлены, ебать. Еще и жара, ебать, началась, ебать. А у вас форма, которая вообще не была, так и есть, да, блядь, теплая? Ну да.